Хейо, гайс, с вами Шумики, и это Borderlands и DLC про зомби-остров Доктора Неда. Так, в прошлой серии мы, короче, сюда прибыли, мы запустили две турельки, пособирали диктофончики, эхо-устройства, поуничтожали зомби, собрали какие-то яйца воронов или что-то было. А теперь у нас с вами... О, классное освещение сделано, спасибо. Нужно дойти походу вот туда и поговорить с доктором Недом. Да. Так как туда бы добраться? Ладно, с той стороны давайте проберусь. Нет, давай только не застревать. Я надеюсь на сегодня, что ну DLC по сути не такое уж и большое, ну как оно разделено тут, кажется, на 5 частей. Ну как я посмотрел, у меня по самой DLC. Не знаю, посмотрим, что будет. Ладно, давайте. Hello and. Активный навык Феникс и Лилит. У Лилит отключает подходы для сжигания толп зомби. А, видите, тут даже свои эти мини-обучалочки. Бомж. Как мило. Злой зомби. Прикольно. Типа они теперь будут на меня толпой нападать или что? Так. Ты. Там что, никого нету? Окей. Гниль. Да, там серьезно никого нету. Бомж. О, да ладно тебе, чел. А вы немного наносите? А если я вот так сделаю? Бэм. Окей. Зомби-псих. Почувствую это? Кто это? Что это? Воу. Блин, мне нужны артефакты, ребят. Не, я понимаю, что зомби разносить это прикольно, вот так. Они ничего не могут сделать. Хотя да, это прикольно. Так, первое, нужно боеприпасы собирать. Ну, не думаю, что мне будут так много наносить урона. Так, там прохода нету, мне только сюда нужно идти. О, это тыквенная херь, куда мне нужно идти, найс. Ребят. Восставший зомби. Гниль. Чем отличается гниль от злого зомби, злой зомби, обычный зомби? Ой, я вас понял, тихо. Оружие поменяй. Чтоб в спину. Я не вижу нихера. Ты все хрена, подальше, сзади, зараза. А вас немного, слушайте. Бам. Бам. Добрый зомби, это хороший. Он не как эти. Так. А он много наносит урона все-таки своей рыгачкой. На что, время постреляться? А, это пистолет. А нет, это не пистолет. А есть у меня с прицеликом? Нормальным. Вот этот, кажется, должен быть. Нет, то же самое дерьмо. Так, ладно, давайте смотреть по карте, куда я могу пойти. Раз участок, два участок. Я хочу пойти сначала на доп-миссию. Включить фонари, да? Тыквоголовый. Ну, погнали, посмотрим сначала, какой здесь диапазон местности. А стоит ли мне туда идти? Ну, огонь, это понятное дело, что против зомби очень хорошая вещь. Ревик.
Психов нужно убивать в первой очередь. Тихо. Так, уникальная бомба. Готово. Убит. Минус. Тихо, тихо, тихо. Я хочу посмотреть. А, это болото, все. Мы идем тогда к доктору Неду. Так, пушка. Автомат. Сжигалка — это хорошая вещь, потому что мы будем сжигать в основном врагов, плюс это 4x, и это намного лучше, чем обычно, поэтому... Так, оп. Если мы пойдем все-таки туда, давайте я поставлю меточку, нужно будет еще посмотреть. Это одно и то же место, нет? По мне это одно и то же место. Так, приседать, все кнопки настроены, это хорошо. А вот и тыковки. Злой зомби, чем он отличается? Кощей? Черный зомби. Ха. Нужно смотреть. Так, в основном там многое бежит ко мне. Тихо. Сзади. Тихо. Окружаем, окружаем, окружаем. По мозгам. Так, готово, да? Эти меня еще не видят. Куда мне идти? Как мне туда подняться? Боже, что мне вообще делать? Ладно, просто побегу. Я понял, что они бесконечно, плюс мне за это опыта не дают. Мне вообще опыт дают? Подождите, мне опыт вообще дают? Так, 47. Запомнил. Кажется, я иду правильно. Ну, кажется, иду правильно. Но это не точно. Так. Мелкий, иди в сраку. На тебя время у меня нету. Быстрый респаун, молодец. Пипец их там. Малой, что ты можешь делать? Ты прыгаешь? Воу-воу-воу. Глигер. Чувствуй это. Питер. Питер. Так, тихо, минус. Минус, минус. Это что? А? Окей, базука, базука, патроны, патроны. Сзади никого, никого, все хорошо, сбоку есть кто-то, нет, нет. Идем дальше в атаку. Пока что все хорошо, зомби сзади бегут, пускай бегут, они мне ничего такого не сделают. Так, ты здорово? Ой, вас тут сколько. Так, я открою пока ящики, давайте, пока вы там бежите. Бегуны. Так, этот побыстрей. Злой зомби, да, немножко быстрее будет, чем эти. Так, мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Слишком много места почему-то, куда я могу пойти. Ладно, доктор Нед, поехали. Мила, ты добрался сюда живой. Я спущу тебе лифт. Но это займет некоторое время. Придется крутить ключно. Курять, пока не испугаются, так и хочется принести тех уродов что-то там. Мне типа сейчас... Мне выживать нужно? Ладно. В основном буду ю... Ну, те хорошие, они, вижу, ничего не делают, они ко мне даже не идут. Держись там, спускайся там быстрее, как только позволят руки. Фу. Я тебя даже не увидел, коллега. Ну, они, походу, меня не заметили, да? Поэтому я присяду, и мне норма. Давай. Я не буду стрелять. Блять, не заметили. Из-за тебя, молодец. Коллег.
Да ладно, только не говори, что тебе никогда не приходилось ждать лифта с рушным переводом во время такой зомбятины. А, нет, не приходил. Давай быстрее. Ну, кажется, пока что все хорошо, они... Он меня увидел? Хорошо, что нет этих великанов. Давай, 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 давай. Еще немного. Уже почти опустил. Держись там. Да. И ладно, пока ящик открою. Ох, мать ваша, я только что уронил этот чертов лифт. Руки уже не те. Ты что, уронил, он заново поднялся? Ты что, гонишь? Они на меня смотрят как на мясо. Ладно, они меня пока не замечают. Давай быстрей. Можешь бомбу туда швырнуть. Почему бы и нет? А, нет, там два здоровяка, которых мне теперь не нравится. Еще и так спущу эту хреновую, как тебе это у тебя появляется, выбраться оттуда живым. Давай быстрее, ты надоел. Мне на... хотя бы мне повезло, что эти такие тупые, они не начали на меня налетать. А знаешь почему? Потому что они друг в друге застряли. Вот идиоты. Рещи, рещи, давай. Давай, я уже вижу. Все. Хватит тратить мое время, давай забирайся в этот чертов лифт. Все, все, поднимайся, все. Адиос, идиот. Бам, бам. Уже поздно, ребята, меня заметили. Поздно, поздно. Нет, ты где? Где вход в твое убежище? О, вещи. Я просто пошел не на ту... Я по тому пути, я доктор, я помогаю людям. Сейчас я прохожу, хочу все исправить. Я создал зомби, я никогда не был так хорош, как мы. Лучше не делайте этого, брат Зет. Мы собираемся разные люди. Эх, нужно выпить. Нет и Зет, да, они типа братья, типа. Так, ладно, что здесь у нас есть? Уже 13 уровень, это хорошо. Хотя здесь. От огня. Невероятная защита от огня. А, ладно, не хочу. Все, все, все. Я продаю это дерьмо. Так, стоять. Продать. Продать. Базуку я, может быть, оставлю. Продать. Продать. 31 патрон, это лучше. Огненный пистолет оставлю. Это продать. 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 Все, вот это пускай остается. Да, опыт дается немножко. Здорово. Доктор, нет, совсем ужасную ошибку. Ну, совершил ужасную ошибку, и ему нужна ваша помощь, чтобы исправить ее. Могу быть побочным явлением, могу быть побочным явлением, могу быть побочным явлением. Заткнись! Все. Я понял, что хорошо, за кладбищем есть то, что мне нужно. Если я упаду, я умру? Нет. Бла-бла-бла-бла-бла. Найти зловещий... Бля... Они ж теперь на меня будут агриться, да? Нет, нет, нет. Так, подождем тогда. Могут быть побочные эффекты, значит, тыквоголовый, погнали. Мне можно сократить здесь путь? Я могу здесь... А, нет. А, нет. А если я туда пойду? Ну так, сократить и пробежать. Почему бы нет? Сюда спрыгну и отсюда приду.
Я думаю, это идеальный способ туда добежать. Поэтому побежали. Так, мне нужно будет сюда, да, спрыгивать? Да? Так, перепрыгнуть вниз сюда. Ну да, в принципе. И все, просто бежать. Да, зомби не будут сбегаться на нас, но... Они просто до нас не добегут. А я буду просто бежать прямо. Сокращаю так путь, перепрыгивая через объекты. Так, туда я слепо иду. А, ё-моё. Это гора. Блин, тогда было, да, выгоднее оттуда прыгать. Так только бегать придется. Ну ладно, бежим, это ничего такого страшного. Hello? Можно, патроны, АВП. Мне нужно АВП. Так, перезарядить. В принципе, буду на здоровяков с бочками юзать я. Да и все. Мне кажется, это идеально будет. Там можно будет сократить тоже путь, поэтому пойдемте внутрь. Это оружие? Нет, это чья-то нога. Кажется, правая нога. Привет, бомж. Не смей плевать. Да. Не-не-не, я слеп из-за тебя. Окей, все идеально. Hello's End. Добро пожаловать. Где написано? Нигде не написано. Так, время зажигать тыквы, как я понял. Минус. 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 О-о-о-о! Минус. 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 Малой бежит. Минус. Где? Ой! Я тебя не увидел. Блин, этих куда можно так просто убивать, да и все. Не тратить на них патроны, ничего. Так, аптечка. Щит, высокая... Ах, ты всего охерел? Так, нихера ценного, нихера такого. Кладбище, да? Куда мне идти? Все, нашел. Панкин патч. Ого, тут тыквы. Хе. Прикольно. Так, это мне не нравится. Лучше, мне кажется, взять сейчас АВП. Отбежать подальше от этого выхода. Тыквоголовый. Вижу, у него же голова светится. Тихо, голову. Криты. Голова у него слабое место, да? Воу! Минус голова. Вот так. Окей. Было не очень опасно, потому что он какой-то хиленький. Вместо головы у него тыква. Тыква головой. Так, возвращайтесь. Следующее, что у нас? Так. Могут быть побочные эффекты. Туда же, да, идти? Быстрого способа передвижения нету. Сокращу через кладбище. Ребятки, ну вы чё такие медленные? Вы очень медленные. Здорово. Ну а шо втихаря не покусали меня.
Херь. Все. Уходим. Ох, ладно, так уж и быть, нате. Две гранаты использовал, две гранаты забрал. До свидания. Можно там пройти. Либо лучше здесь. Не, лучше здесь, мне кажется, пробежать. Здесь ничего нету. Ничего нету. Прыжок. Здесь пробегусь. Здесь горы спрыгну. Оп. Что, ребята, все еще пытаетесь меня споймать, да? Ладно, бегу вас здесь. Мне нужно с той стороны забежать. Как-то. Просто я не вижу смысла их убивать сейчас из-за того, что мне как бы ничего за это не дают. Если бы хотя бы по одному опыту давали. А так вообще ничего не дают. Так, туда как-то можно попасть, я вижу. Так, есть смысл туда идти? Ты меня пуляешь? Нет, а туда смысла нету идти. Там пусто. Там просто пусто там. Вы знаете, мне чем-то Dead Light напоминает. Тоже зомби, просто дубинкой бегаешь, убиваешь. Почему бы нет? Почему бы нет? Полетели. Джекобс Капс. Джекоб Каф. Интересно, что... Вот мозги почему-то я постоянно собираю. Может, мне будет что-то связано с мозгами? Что их нужно будет тоже собирать? Так, мне сюда нужно. Побежали тогда. Я просто... Новое задание доступно на объявлении Джекобс Хабе. Окей, побежали за доской объявления. Скорее всего, это и будет связано с нашими мозгами. Я думаю. Блюватиня, блюватыня. Там квадратиков, ну, ромбиков красных где-то 7 штук. Так. Доска объявлений, надеюсь, что... Окей, хорошо, не тренди. Готово. Здесь тоже задание, нет, у тебя ни хера нету, то молчи. Не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Так, подожди, не отвлекай меня так. Я хочу ревикт этот, но мне нужно с прицелом. Сделаешь с прицелом, будет все хорошо. Ага, могут быть побочные явления. Хорошо, найти разгадку, найти фанатика. Найду фанатика. Нам нужно будет дойти теперь на ту часть острова. Ну, это не лодка, потому что у нас еще была лодка доступна на берегу. Вон, лодка доступна. О которой я говорю. Так, ладно. Что нам нужно сейчас делать? Добежать до конца карты. Там доктор Нет там что-то нам сказал за что-то собрать. Скаги или кого? Или это вообще не то? Да, давайте вы еще воронов на меня натравите, будет вообще классно. Но патронов у меня до хера, если только посмотреть, да, вот на ружку. Ну сколько у меня тогда было? Давай. General Hospital. Больница.
Ох, что здесь будет жестко. То, что я вижу большое кладбище и наша больница на горе. Кто знает, что вас ждет в хранилище? Лучше подготовиться как следует. Мы хранилище же открыли. Поверь, там было не очень все хорошо. Следуя одолжение, купи аптечку, что... Ё-моё. Так, что мне нужно? Ладно. Здесь нужно просто наверх забраться. А здесь просто тоже подняться наверх. Ладно, тогда первым делом я сделаю это. Быстрый способ с той стороны. Побежали. Зубы медлительные, в этом и плюс. Мне кажется, на кладбище они будут бесконечно появляться. Они боятся огня. Вот за этих дают единицу. О, я пошел не по той дороге. Пляж, там тоже можно как куда-то телепортнуться. И что, ты хочешь сказать, ты сюда заберешься? Ха-ха-ха. Эй, не-не-не, все, иди в сраку. Плюется он. Ишь ты. Нормально, не можете, да, атаковать? Только плюетесь. Так, ну, смотрите, я нашел, в принципе, сокращение пути. Да? Да. Я думаю, это прикольно. Минус. Я дошел, куда мне нужно. Минус, 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 минус. Ох, ангел дал мне силу. Я был демоном, который карающих всех в течение 2 недель. И пока еще нет закона, что-то там. Я знаю о новом чем-то там Джеки Оклхан. Проповедующий? Найти фанатика. Почему они ломаются? Не поджигай. Вот чёрт. Блять, тупая тварь. Скоро буду подрубать. Агрессивность. Ну нет, пронесло. Где этот мелкий? Я его не вижу. А, вот он ты. Готов. Потом пойду с фанатиком. Версак. Отличная шляпа. Было написано. Походу это тот чели, который... У доктора Неда поучаствовал. Хэнк Райс. Как-то слабенько. Зато шляпа осталась. Так, что здесь? Дерьмо, дерьмо. Так, сразу переключаюсь я на задание другое. Где оно? Могут быть последствия, мне нужно походу внутрь, да, зайти. Здесь открывается? Нет. Мусорка? Все? Возвращать. Миша, нужно вернуться теперь к тому? Ой, боже мой. Так, а можно как-то... Так, ладно, буду по-другому делать. Джакоб Скаф, подождите. Джакоб Скаф. Ладно, дело с этим придурком. Нужно разобраться на... Внизу там. На пляже. Сейчас мы тогда пойдем на пляжик с вами. Эй, привет. Оружие мощное. Ладно. Значит, я все-таки прокачивался не зря и правильно. Текс.
Кажется, я иду правильно. Надеюсь, я бегу правильно. Блин, у нас уже времени нет. Ладно, походу красивое место. Давайте я здесь останусь. Тогда в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.